Теперь, мне кажется, я знаю. Мы не хотим быть зависимы от кого-то другого. Когда двое любят, то делают они это по-разному. Один из них сильный, а другой слабее. И тот, кто слабее, всегда любит безоглядно. Не уходи. Саму себя, словно во мне сидел кто-то другой и говорил: не сдавайся и ни на что не соглашайся, иначе умрешь. Не уходи.